В городской администрации состоялось награждение победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2019», в котором приняло участие более 20 педагогов, изъявивших желание поделиться и проверить свои знания и навыки преподавания в целях роста профессионального мастерства. Начальник управления образования Руслан Ибрагимов поздравил победителей и призеров конкурса и пожелал успеха в дальнейших этапах. Подготовка была хорошая конкурсантов, но хочется в дальнейшем, в следующем году мы систему проведения поменяем. Другая будет система проведения этого конкурса. И я думаю, по результатам этого года руководители, здесь сидящие образовательных организаций, сделают выводы. И на другом уровне будет подготовка наших конкурсантов. И объем, значит, конкурсных, будем говорить, процедур, мы его увеличим, чтобы всесторонне оценить нашего конкурсанта. Значит, по результатам издан приказ мною, утверждены результаты, и на основании этих результатов в решении жюри, значит, определены следующие, значит, победители в номинациях, значит, и, соответственно, значит, по начальным классам, номинация начальные классы у нас, значит, победителем стала, значит, Наджафова Татьяна Сергеевна. Также у нас два победителя в этом, по этому предмету, Махмудова Асият Арсланбековна. В свою очередь, обращаясь к присутствующим в зале конкурсантам, глава города Зайнудин Акмазов поблагодарил педагогов за их неоценимый труд. Пользуясь случаем, хочу от всей души вас поздравить с государственным праздником Днем Конституции России. И в этот день мы как раз приурочили вручение вам наград за участие в конкурсе в муниципальном этапе «Учитель года». Это вообще значимое. Очень мероприятие, и победить здесь для каждого в своей профессии, по своей специальности, по своим предметам. Это гордость, если он считается в городе среди всех школ лучшим по своим предметам. Есть пожелание, чтобы мы не останавливались на городском муниципальном этапе, надо на республиканском этапе участвовать. По словам организаторов, конкурс способствует выявлению самых выдающихся педагогов, оказанию им поддержки, повышению статуса педагогов в обществе, престижа работы и, самое важное, распространению наилучшего педагогического опыта среди учителей не только городских, но и республиканских школ. По итогам соревнований победителями стали 7 учителей, а одному из них, это учителю математики гимназии номер 2, предстоит принять участие в республиканском этапе конкурса «Учитель года 2019». Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».